Существует более сотни способов приготовления яиц, и это не считая рецептов, где они являются второстепенным ингредиентом. В любой кухне мира яйца птицы используются ежедневно. Чтобы на вашем столе были самые полезные и свежие блюда, нужно ответственно подойти к выбору. Хорошее яйцо целое, пропорциональное, без трещин и деформаций. Поверхность должна быть матовой, глянец бывает на несвежих яйцах. Впрочем, форма и цвет скорлупы не показатели качества содержимого. Имейте в виду, белая скорлупа более хрупкая, а коричневые яйца по размеру кажутся крупнее, но это не более чем обман зрения. Яйца разных категорий отличаются только весом. Категорию и сорт поможет определить штамп. Буквой D отмечено диетическое яйцо, они хранятся не более 7 дней. А «С» – столовая, реализуется в течение 25 дней. После визуального осмотра стоит удостовериться в свежести продукта. Самый простой способ – потрясти яйцо и приложить к уху. Содержимое свежих яиц не перемещается при движении. Очень легкое яйцо, скорее всего, просрочено. При длительном хранении испаряется жидкость. Также через скорлупу белок может впитать посторонние запахи. Поэтому продукты с сильным запахом, к примеру, рыба или специи, вблизи лотков лежать не должны. Энергетическая ценность яиц напрямую зависит от их веса и сорта. Хранить куриные яйца лучше всего в контейнере на дверце холодильника. Там наиболее благоприятная температура. Кладите яйцо острым концом вниз. Воздушная прослойка на тупом конце яйца позволит дольше его хранить. Потратьте лишние 2-3 минуты на тщательный осмотр и выбор продукта, поскольку ваше здоровье напрямую зависит от качества выбранной вами покупки.